Сегодня в столице республики пройдет единый день консультаций, приуроченный к десятилетию образования Росреестра и 20-летию создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество в России. Специалисты Росреестра обсудят с жителями республики вопросы деятельности ведомства, а также способы получения услуг Росреестра в электронном виде на 130 площадках по Башкортостану. На консультациях поднимут такие вопросы, как постановка на государственный кадастровый учет, регистрация прав, кадастровая стоимость недвижимости, государственный земельный надзор. Подробная информация на официальном сайте администрации Уфимского района.